Асали представляет. Владислав Гриценко и Никита Андреевич Продакшн. Режиссер Владислав Андреевич. Сценарист Владислав Андреевич. Совместно с Nixon Studio в фильме «Пункт назначения». Только 7 утра. Вылет только в 9. Нафига я его поставил? Сколько время? Черт! Сейчас 8:49. Вылет в 9. Мне еще 11 минут. Что случилось? Ты куда так рано? У меня вылет в 9. Сейчас 8:50. Вот так. О! Наконец-то я сел. О, чёрт. Можно мне официанта? Мальчик, заткнись, пожалуйста. А ты... Заткнись! Стоп! Ты что так рано? У меня был сон, что самолет будто взрывается, когда я прилечу. Ты что, дурак? Опять насмотрелся каких-то ужастиков? Теперь у тебя какие-то сны или что там у тебя? И из-за этого ты не полетишь? Ну, возможно. Что это было? Я не знаю. Погоди. Что это было? Это новости на первом. Здравствуйте. Сегодня в деревне Белый Яр упал пассажирский самолет Boeing 180. На борту было 180 пассажиров, 6 из которых проспали свой рейс. Самолет упал на дом из одного жителей этой деревни. Следователи сообщают, что видели, как по частям разрывался самолет. Сначала от крыла, а потом уже от верховой башни. На этом все. С вами был корреспондент Варили Бадабода. Ой, так это что? Тебе приснился вещий сон? Ну, получается, да. Рыбка, ты в целый готовишься. Как мое видение может оказаться с реальностью? Алло. Алло, привет, выйдешь на улицу? Ладно. Здорово. Прикинь, как нам повезло. Ну, вы сейчас могли и не выжить, разбили. Не думаю, что нам повезло. Ты о чем говоришь? Ну, перед полетом мне привиделось, что мы уже в нем как бы летим и разбиваемся. Че ты несешь? Да ничего, забей. Ладно, на самом деле, я хотел тебе долг давнишний отдать. Вот. Вот, спасибо. Держи. Ну что, давай. Ладно. Стой! Что? А ты не помнишь, кто с нами еще хотел лететь? Анжелика вроде собиралась. Но я уже давно ее не видел. Все, давай. Все, давай, ладно, пока.
Друг! Это новости на втором этапе. В городе Абакан было совершено самоубийство. В доме из одного жителя по кличке Друг сам себя задушил в ванной. Следователи говорят, что следов вскрытия или взламывания не было. На этом были все главные новости. До свидания. Черт, надо позвонить ему. Алло? Абонент временно недоступен. Здравствуйте, это доктор вашего друга. Он умер. Это все смерть? Да, это была смерть. Я так и знал. Что? Черт, не берет. Вот план смерти. Друг сидел на первом месте. Но кто тогда на втором? Почему ты не берешь трубку? Я сидел на шестом месте. Анжелика может быть на третьем. Анжелика умрет в следующем. Алло. Привет. Да, наконец-то ты взяла трубку. Да, что звонил? А, ну, мне нужно, чтобы ты пришла, и мы поговорили с тобой. А во сколько? Давай в три. Уже у меня будь. Хорошо. Все, давай. Привет. Привет, раздевайся, проходи. Спасибо. Ой, ну что с вами? Я узнал, что ты хотела полететь с нами в самолете. Не с вами, а одна вообще-то. Ну да, я проспала, и что с этого? Я понял, что когда самолет взорвался... Что? Самолет взорвался? Да, ты что, не знала? Воу, круто. Короче, я узнал, что смерть преследует. Что? Что за чувство? Ты не да правда. Я тебе не верю. При чем здесь смерть? Эй. Ты кто? Эй, а это кто? Это мой парень. Я нашел тебя под CPS-трекер. Мы размышляем план смерти. Чё? Какую еще смерть? Я сама в шоке. Позвал меня еще какую-то чушь бородит. Что происходит? Всё, мне это надоело, я ухожу. Стой! Все вечно о какой-то фигне болтается. Ни о чем даже поболтать нечего. Я ухожу. Анжелика, стой! Погодите, так что у вас происходит? Я не понял. Анжелика, все. Я не буду верить что в эту фигню. Я пришла, не чтобы понял. Нормально поболтать. Анжелика, а не убрать. А что вы? Что? Ее сбил автобус. Это что, реально была смерть? Я, кажется, тебе начинаю верить. Вот, значит, мой план смерти. Все сходится. Друг сидел на первом месте, Анжелика на третьем. Но кто на втором, на четвертом, на пятом, я не знаю. На четвертом. Что? Ты сидел на четвертом? Ну ладно, тогда кто сидел на втором? Я не знаю. Блин, мне страшно. Проведёшь меня до дома? Нет. Стойку поставь поближе. Вот скотина, кстати. Не проводил меня до дома. Я чуть не умер, между прочим. А? Чуть машина не врезалась в столб, а? В доме из одного жителя по кличке Парень опрокинулся на него кухонный нож. Кто сидел на втором и на пятом месте? Черт. Ты что орешь? Твои подружки не хотели случайно полететь на рейсе 180? Нет, а что? Просто мне нужно узнать, кто сидел на втором месте. Ладно, это была я. Что? Ну ты же не брала билеты. И откуда у тебя вообще на них деньги? Ну я хотела тебе сделать сюрприз, а деньги я взяла твои. Но почему ты не собиралась? Так я же уже опоздала, все. Ладно, но раз ты сидела на втором месте... Вообще-то на пятом. В смысле на пятом? Ну, что я буду сидеть на втором месте, когда я хочу сидеть с тобой? Ты же на шестом, а я на пятом. Тогда ты следующая. В смысле следующая? Ты целый день говоришь о какой-то смерти. Короче, сиди здесь, я тебя защищу. Что?
Слушай, зачем ты это делаешь? Ради твоей же безопасности. О чем ты говоришь? Меньше знаешь, крепче спишь. Так, все, мне это надоело. Я ухожу. Стой, а ну-ка отвали. Что за бред он постоянно нанесет, а? Черт, я нанесу. Не заводится. Почему ты не заводишь это, а? Что такое? Не заводится. Сестра! Брат, помоги мне! Сестра, вылезай! Ты в курсе, что у тебя баллон здесь горит? Я не могу вылезть, оно заклинило! Черт! Сестра! Сестра, давай быстрее! Иду, иду, иду! Шесть месяцев спустя. Эх, во Францию так и не поехали, а деньги нам не вернули. Поэтому сидим здесь. Это все, конечно, прекрасно, но как же смерть? А мы с ней вроде покончили. Вряд ли. Слушай, не пугай меня. Я и не собирался. О, Ветка, ты серьезно за ней пойдешь? Чтобы все в порядке. Откуда здесь вообще автобусы? Видимо, твой был черед. Но я не умер. One job on the world to carry on, to carry on.